Небось, красиво было, пока темные эльфы не разрушили. Ого! Вот это впечатляет! Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Но для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Соберись!
Свет уже рядом. Ищи, где войти. Сработало! Мосты появились! Иди за мной. Пути восстанавливаются.
кажется, здесь можно пройти. Кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Ты слышал? Будь готов, держись рядом. Эй, а когда мы доберемся до света? Как мы заставим его стать Биврёстом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Тихо! Я держу! Где твой нож? Держись рядом со мной. Да я так и делаю. Назад! Свет! Да, цель уже близка. Но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Прыгай! Ага! Берегись! Вот они! Встань за мной и прикрывай! Хорошо! Я расчищу нам путь! Выпускай стрелы быстрее! Узко в пространстве, толпа сама себе мешает! Не отвлекайся!
Ты ранен? Нет, нет. Ого, красота. Свет восстановил весь храм. Он тут основа всего. Погоди, он поет. Я слышу ее голос. Я же тебе говорил. Думаешь, она там? Очень больно. Руку огнем обожгло. Жди здесь. Но я хочу... Жди здесь. Это на крайний случай. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. С ним. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. Я не знаю его, а он не знает меня. И, похоже, не хочет знать. Я сильный. Я умный. Я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит. Не учит меня ничему. Лучше бы это он умер. Слышишь? Он, а не ты. Всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Если он попытается, я тоже. Но если нет, прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь.
Что ты наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... мгновений. Нет! Ты ушел туда очень давно! Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Но тебе же плевать! Я... Не может быть. Идем, пока они не вернулись. Надеюсь, ты нашел, что хотел. Да. Смотри, вот выход. Но нет света, мост не появится. Мы тут застряли, а ведьмина тетива бесполезна. Мальчик, твой лук. Давай-ка. По моей команде выпусти стрелу в камень. Теперь можно возвращаться. Идем. Лестница завалена. Вон там впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. Ah!
оттуда! Я зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Пора возвращаться наверх. Тоже не пройти. Сюда, дуду! Панахеишна!
все же. Сын, сюда. Смотри, синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Но как же я до нее доберусь? Будешь везде его носить? Может быть. Может, пойдем уже? И куда же мы теперь пойдем?
Если я захочу узнать твое мнение, я спрошу. Теперь можешь достать до чаши. Ну да. Что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело. Ну, давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупый загадок. И все-таки это дверь.
Ага, а вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь? В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнир, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем вы думали? Точильным камнем. Ха, крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнира. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Ого, спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад, и там уже развелось много всякой мерзости. А твой друг на нас не обидится? Нет, вовсе нет. Он умер, кажется. А, сочувствую. Не стоит. Это рано или поздно случается с теми, кто странствует между мирами, собирая бесценные артефакты, у которых есть хозяева. Хорошо, к делу. Бери добра побольше, и тогда мы что-нибудь сделаем. Да, я готов. Юноша. Вернемся к тебе. А тебе что приглянулось?
Счастливого пути! Отлично! Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Он меня бесит. Он еще вернется. Нам точно нужно туда спускаться? А ты знаешь другой путь? Нет. И? Но отсюда нет пути наверх. Я знаю.
есть. Привыкай. Его повыше, чтобы я видел, куда стреляю. Стреляй на слух. Учись. Учусь. Туда без кристалла. Найдем кристалл.
Опять будешь таскать с собой этот кристалл? Если придется. Стреляй, мальчик. Я знаю, что делать.